Сегодня председатель Кабинета министров Иван Моторин подписал распоряжение об освобождении с поста руководителя казенного учреждения «Чуваш-Упордор» Евгения Барсукова. Напомним, что еще в субботу глава Чувашии поручил проверить деятельность учреждения, а на еженедельной планерке в понедельник Михаилу Игнатьеву уже доложили о нарушениях, которые были обнаружены. Сегодня главе республики представили нового чебоксарского природоохранного прокурора. Впервые в истории ведомства его руководителем стала женщина. Дмитрия Викторова сменила Ирина Бородина. В органах прокуратуры она работает более 15 лет. За это время прошла путь от рядового инспектора до природоохранного прокурора города Череповец. Приказ о ее назначении в Генеральной прокуратуре страны уже подписали. К своим обязанностям она приступит в ближайшие дни. Ирина Бородина отмечает, что главным ее приоритетом станет работа по сохранению природных богатств и экологического баланса. Раньше, давным-давно, там 90-е годы, не так задумывались, особенно раньше, когда строили заводы. А сейчас мы все с вами знаем, что чем мы дышим, что мы пьем, что мы едим, это вся наша жизнь. Поэтому, заботясь об экологии, мы заботимся о жизни нашей, наших близких. Первое поручение природоохранный прокурор получила от главы республики. Ведомству предстоит контролировать реализацию проекта рекультивации Пихтулинской свалки. Волжский природоохранный прокурор отмечает, что для обеспечения экологической безопасности власти региона проводят масштабную работу. Я, как не прокурор, как человек, был поражен очистным сооружением на водозаборе. Сегодня в Чебоксарах фактически прекращен сброс очистных вод, промывных вод, которые вот эту же грязь опять возвращали в Волгу. Но это надо просто однажды увидеть и вам показать, вот что происходит. Та вода, насколько она грязная.